Я рада приветствовать всех на моем канале. Ребята, здравствуйте! С вами Сказка. Оставайтесь вместе со мной, давайте вместе посмотрим, что же на моей фермочке нового, какие у нас сейчас проходят события, да и, в принципе, поиграем вместе с Сказкой. Ну что же, итак, сегодня еще новое событие не наступило, потому что еще без нескольких минуток, вот, без трех минуток, 11, и мы посмотрим, что же будет сегодня нового в событиях ежедневных. Вчера у нас было событие с посетителями фермы, которые платили в два раза больше монет. Ребята, хочу сказать вам такую новость, что одеял сейчас в газете практически нет, и обогатиться, скажем так, уже будет не так-то просто, как раньше. Если раньше можно было в газете накупать в большом количестве одеяла, их, как правило, распродавали разные арабы и тому подобные люди с разных таких интересных ферм. Потому что в чем фишечка? После обновления в игре ограничили всех багальщиков, кто, так сказать, незаконно добывал разную продукцию. Что-то после обновления такое произошло, что эти люди уже не могут легко добывать одеяло и прочие-прочие продукты на фермах. Поэтому одеял сейчас в газете уже нет, и подготовиться к этому событию должным образом у нас уже не получится. Мы не сможем покупать нужные нам предметы в больших количествах. Поэтому мой вам совет, пока все в таком состоянии, как сейчас, лучше поберечь наши монетки, если они у вас, конечно же, есть. У меня еще пока есть. Если кого-то интересует, в продаже я еще немножечко запущу, но только в том случае, если вы из Украины. Итак, так, что же у нас? У нас сейчас проходит событие с заданиями. Я думала в нем не участвовать, но вы знаете, уж очень мне хочется эти два свиточка получить. Неплохо было бы получить, конечно же, два кусочка головоломки, потому что животных я все еще собираю в моем зоопарке. Ну, в принципе, здесь нотки, ну, больше ничего интересного, по 46 тысяч монет, но у кого их сейчас мало, это уже хоть что-то. Ну, в общем, так, я задания делаю. Как я к ним готовлюсь? Я загружаю все станки по три разных блюда. А вдруг они мне в этих заданиях попадутся? Поэтому этот период я не очень люблю, потому что фермочка у меня как бы стоит на паузе, то есть я загрузила станочки, продукция готова, и я ее не трогаю, не собираю. Сейчас появятся новые задания, посмотрим через 5 секунд, что же мне выпадет из новых заданий. Может быть, что-то я быстренько сразу сделаю. Если нет, то я быстренько загружу станочки и буду эти задания выполнять, потому что свитки я еще хочу получить. Так, хорошо, дальше мы, конечно же, загружаем пароходики и получаем наши нотки. Здесь я тоже сейчас новое задание, не задание, новые выйдут вот эти вот плюшечки, которые я хочу собрать. Кое-что я забрала. Так, вот они уже сейчас есть, уже у меня доступны. Я могу их уже приобрести. И давайте вместе со мной потихонечку будем их забирать. Как видите, ноток я собрала 3854, это немало. Плюс у меня сейчас стоит пароходик. О, спасибо большое девочкам, помогли мне. Сейчас еще посмотрим, что мне нужно загрузить. Угу, гитара. Вот такая красненькая. Они очень быстро делаются, по 15 минуток. Да, хорошо, пароходик следующий я жду. Давайте будем забирать то, что меня интересует из вот этих наград. Конечно же, я забираю свитки, свиточки. Обязательно 3 штучки, отлично. Теперь я заберу этот кусочек головоломки, один, и вот этих два, 3 в итоге кусочка.
Отлично. У меня еще 1000 осталось моих гитар. Гитары. Смотрю на козу с гитарой, читаю гитарист и говорю это слово. Так, хорошо. Мне эта коза не нравится, поэтому я сейчас, что мне очень нравятся рок-н-ролльщики, одних я уже забрала, я заберу и этих. И что же мне нравится, вот этот поросенок-барабанщик, его я тоже заберу. Так, 334 нотки. Что же еще? Ну, в принципе, сейчас я посмотрю. Так, монеты, может быть, стоит забрать. Ну, вы знаете, если я говорила, что такое количество монет ни о чем, то сейчас монеты, ситуация такая, что нужно копить и собирать везде, где только можно. Ну, хорошо, пока что я больше ничего не буду забирать. Я посмотрю, сколько еще я соберу моих нот и что я потом еще смогу забрать. Пока что я забрала все, что меня интересует. Вот такие, ребята, у нас новости. В общем, теперь у нас выход только один. Это производить продукцию в больших количествах и выполнять события с посетителями в два раза больше монет. Только вот своим трудом и своей продукцией. Так, все о новом контенте. Хорошо. Позже мы посмотрим, как видите, будет у нас ролик в YouTube, предлагает нам Heyday. Смотрим ролик, в конце, может быть, нам дадут какую-то награду по QR-коду. Если будет QR-код, я обязательно его для вас зафиксирую и поставлю у меня на телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал, он у меня информационный и новостной. Так, хорошо, позже я посмотрю ролик. Сейчас посмотрим, какие же у меня задания. Хорошо, салатик. Дорожку фармпас полностью я все прошла. Покупаю я только первый фармпас. Здесь нам все предлагают за деньги покупать украшения. Так, какие же у меня... Хорошо, паста 50 всего лишь, 50, это мало, но паста, по крайней мере, 1, 2, 3, 4, 5, паста у меня готова. Беру это задание. Вот чем хорошо загружать все, а вдруг что-то и выпадет. Так, хорошо, два пазлика мои. И здесь с курицей, скорее всего, я задание возьму... курочку покормить, курочек 30 штучек. Пока что больше у меня ничего такого нет. Так, хорошо, загружу вот это задание и беру куриц. По крайней мере, здесь 300 очков дадут, а курица, она очень быстро созревает со своим яйцом, поэтому собираем. Хорошо. Так, где еще спрятались мои курочки? Отлично. Так, загружу сразу корм, потому что на следующий сбор, чтобы было чем покормить моих куриц. Так, хорошо, склад ускорителей что-то у меня заполнен. Наверное, я удалю этот ускоритель. Здесь у меня Эрнест работает. Ну, пока что делаю это задание, остальные сейчас загружаем, чтобы потом их быстренько выполнить. Вот такие, ребята, у нас новости на наших фермочках. В общем, трудимся. И развиваем наши фермочки. Так, хорошо. Здесь у меня амбарчик 8300. Уже собираю тоже на моих малышках. Скупаю строй. Он там пока что еще, благо, есть. С этим ничего еще не сделали.
потому что, ну, все-таки несправедливо на малышках ограничивать нас стройматериалом, потому что кто-то же только начинает играть, и строй на самом деле нужен. Поэтому вот такие новости. Так, за какие у нас события? Сейчас у нас цыплячьи лапки, идут очки вдвое больше. Поэтому кто еще не доделал дорожку фармпас, делайте сейчас быстренько задание. И сегодня у нас удвоенные очки. А ежедневное задание у нас по рыбалочке, ускорение на 30%. Ну, такое себе событие, ни о чем. Будет у нас в воскресенье, если я не ошибаюсь, событие на грузовичок, двойной опыт. Поэтому готовимся, производим продукцию и держим ускорители. У меня такой ускоритель есть на 50% опыта на 6 часов. Но, тем не менее, какой есть. Я его в воскресенье обязательно активирую и буду активно гонять грузовичок. Сейчас у нас проходят ленивые скачки. Я в них не участвую, потому что, ну, мне они не интересны. Следующие скачки обещают быть цветущими, поэтому кто их любит, пожалуйста, готовьтесь. У меня есть видео на канале, как подготовиться к цветущим скачкам, как они проходят, какие нюансы по заданиям. Там можно выбирать задания и достаточно быстро пройти эти скачки. Поэтому смотрите видео и учитесь, кто еще не знает как. Я, скорее всего, буду участвовать в этих скачках, потому что у меня ребята никто не может. А мне нужно держать лигу чемпионов. Поэтому, как видите, мы чемпионы. И кто-то должен эту лигу держать. Ну, я как руководитель, конечно же, обязана это делать. Могу, не могу, хочу, не хочу, но нужно. Поэтому, ребята, вот такие у нас новости. Ну, что же, до новых встреч, до новых видео. Надеюсь, что-то новенькое, интересное за это время произойдет. Я всех-всех крепко обнимаю. С вами была Сказка. Всем пока-пока.